Настя не поехала. Там специальные такие шины резиновые с ручками и как бобслейная трасса. Ну, вот, да. Ой, там вообще, мне девчонки, и Аня говорила, и Денька говорит, что вообще не чувствуешь ни этих скачков, ни этих, ничего. Алекс, да, руку мешает. Ну, где он там? Да он не поедет. Кто будет открывать Олимпиаду? Олимпиаду уже открыли вчера. Приколись, как не повезло биатлонистам. А что там было? Уже Олимпиаду открыли. Вчера только напились, уже Олимпиада. А какому биатлонисту? Биатлонисты все. У них вчера уже были заезды на 7,5 километра. Бля, почему шашлыком пахнет? Да вон они там делают шашлык. Я хочу кушать. Сейчас приеду домой. Сейчас приедем домой. Бигбон я съем. Зачем? Я рекурицу сейчас пожарю. Ту, которая такого цвета, как Стас? Ну, вот это справа горка. В порядке, это фигня. Больно? Дождаться. Нет, мое лицо. Тебе я помню, салфеточку дать? Я помню, как один раз этот, помнишь, жирный учился у нас в 92-й? Ань, забирай шину. Его мама, кажется, в столовой работала. Он, короче, один раз мы ездили на экскурсии с их классом. Он, короче, бежал с горки, и вот под горкой такой овраг. Он в конце спотыкается головой в землю сюда. И, короче, его так вот пинает. Помашите мне ручкой. Дэниел, смотри на Настю. Стоп-кадр. Ручки хотя бы подними. Морда вся в снегу.